Рома Желудь, Animal Jazz, Максим, Григорий Лепс и Тимати. Кто вырвался в лидеры Элло-гонки на этой неделе? Начнем с 10 места, где расположилась Алена Высоцкая. «День и ночь». Никто не мог помочь, лучи превращались в тень, и лишь ночной рассвет, и на закате дня успел сказать привет, прощались. Самое большое падение недели совершает L1, понедельник. Как уносит мысли в щели. Мои поступки погрубели. На деле оказалось, что мы охладели. Ты молча написала понедельник. Сквозняк уносит мысли в щели. Иван Дорн выбирает быть одиноким на 8-м месте. Я как все, все, все. Тоже не простой, стой, стой. Ты отстань, дай. Новинка этой недели на Элло, Алёша, «Точка на карте». Я готова на все сто, ради твоих слов, ради тебя, любовь, снова упасть. Поднявшись, нести свет дорогами всех стран, точку на карте. Новое поколение дискотеки «Аварии» в новом видео «Музыка электро». Ани Лорак хочет зажигать звезды, поэтому поднимается выше по чарту. 5-е место. Зажигай сердце, обжигай душу. Ты мне так важен, ты мне так нужен. Забирай сердце, обнимай душу. Тимати и Григорий Лепс. Лидеры в прошлой неделе сегодня не вошли даже в тройку. Поклонники ждут патриотичных песен. А пока Лондон на 4-м месте. Тройку лучших клипов на этой неделе открывает Animal Jazz и Максим. Живи. Шипы. Видео Лобода открывает новые грани своего таланта. 40 градусов впервые в чарте на 2-м месте. Армия поклонников Ромы Желуди растет, каждое новое видео становится хитом. «Я не игрушка для тебя» — номер один в Элло-гонке на этой неделе. Скажи мне, зачем ты удаляешь меня, словно спам, и сердце напополам. Я не игрушка для тебя. Так выглядит Элло-гонка на этой неделе. Помните, только вы можете изменить исход следующей гонки, а также выиграть новый iPhone 5. Подробности на странице Элло в Фейсбуке. Элло-гонка.